Вот стоячие волны. Вот катушка. Первичная мотка, вот вторичная, она намотана разным проводом. И то есть разной толщины провод. Вот стоячие волны, как получается. Тут уже видно углы провод, что начинает чаще забирать. Тут внизу потолще, поэтому вот так реже забирается. А вверху чаще. Тут на какой-то из тут все обмотка так плотно. Я помню уже, как ее мотал. Может, некоторые месяцы, потом я в обратную сторону. Так, она на какой-то из одних этих всех катушек. Вот тут, допустим, один провод. Тут второй провод, тут третий. И она, допустим, на этом третьем проводе резонирует. Вторые эти два не резонируют. И она уже создает волну, и уже и другие начинают. На них тоже появляется это самое. Этим волны. Потребляет 1 ампер. Вот тут полно резонансов. Тут я самый мощный нашел, который даже зашкаливался. Я немножко одну открутил. Вот. Тут пропадает, тут опять пропадает. Малыш, наверное, мощнее не найду. Вот еще. Тут их теперь очень много. Вот по всей длине теперь. О, какой еще мощнее. Думал, тот самый мощный. Смотрите, сколько потребляет 1 ампер. Даже 1 ампера нет. Какая-то частота 300 кГц. 1, а не 200 кГц. Благослови, Господи, благослови.
300-200 миллиампер. Вот тут уже как работает. Частота на самом деле намного ниже, просто там на гармонике уже попадает. Как бы. Солнечным морям. Камера включит, он даже включить не смог, надо сперва включить камеру. Чудо любви и обиды.
вечности пути. Для тебя в небе новая заря, для всех нас дарит свет, удивительный рассвет. Для тебя и, конечно, для тебя, для всех нас дарит свет, удивительный рассвет.